Такие дома с историей нередко стоят до полного разрушения. Разобрать жалко, но, увы, места в доме всем не хватает. Фундамент дома пережил не один десяток лет, фасад не раз менял свой облик, и ремонт такого дома зачастую удовольствие недешевое, да и затраты не оправданы. При наличии небольшого участка земли под строительство можно решить эту проблему. Для этого не нужно проводить масштабные строительные работы и закладывать тяжеловесный фундамент для нового дома. Тем более почва на этом участке глинистая, с ранней весны до поздней осени здесь стоит вода. Но на сегодняшний день существует технология, способная решить эти проблемы. Фундамент на винтовых сваях компании «Моссваи» доступен каждому, устойчив к сезонным перепадам температур, подвижным видам грунта, и дом на такой базе простоит более 100 лет. Специалисты компании «Моссваи» делают необходимые замеры грунта, пробное бурение и размечают поле для установки винтовых свай, а далее завинчивают сваи на необходимую глубину ниже уровня промерзания почвы, после чего винтовые сваи обрезают по уровню и в их полости заливают цементно-песчаный раствор. Сверху на сваи наваривают оголовки и обвязывают швеллером. Фундамент на винтовых сваях компании «Моссваи» не разрушает почву, защищает дом от пожаров и подтоплений, а также позволяет сразу после монтажа начинать строительство, что существенно ускоряет процесс возведения нового дома.